Добрый день. Сегодня расскажу про первые впечатления о такой свежей достаточно головоломке компании Юксин. Куб пятнашки. Называется где-то Клодский куб, где-то Sliding Tile. На коробочке какого-то внятного названия я не нашел. Только Speed Cube по-английски, но остальное я просто не переводил. Выглядит вот так. Такая техническая информация. Ну и здесь нам вот намекают, что циферку 1 надо извлечь. Так, ну и картинка тоже про это. Буду называть это куб пятнашки, потому что многие так его называют. Инструкции нет. Все, такая вот бюджетная упаковка, но кубик непростой, не дешевый. То есть он порядка 2000 стоит. Мне его подарил мой зритель Игорь из Смоленска. Прислал некоторое время назад. Но он подарил на самом деле 2 кубика. Но про 3x3 я расскажу как-нибудь отдельно. Сегодня речь про 2x2. Что здесь такого особенного? Я видел эти головки уже давно. Сначала вышла трешка, потом двушка. Но покупать не стал, подумал, что это что-то очень-очень-очень простое. Но оказалось, нет. Для начала, сама механика. Как 2x2 вращается. Кубик магнитный. То есть тут магниты и еще кое-где магниты. Позже посмотрим. То есть можно перемешивать как двушку. Брать с собой. И он, конечно, крупнее обычной двушки. Даже больше трешки, размером где-то с 4. А то и с 5. Тяжелее значительно. Но собирать можно. Давайте соберем как 2x2. Как-нибудь так. 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 Вот так, Фридрихом. Вот, собралось. Да, можно было заметить, что тут как-то кривовато цифры стоят. Но я просто еще не научился до конца собирать. Один раз так пособирал. Процесс это не такой и быстрый. В чем здесь суть? Можно извлечь детальку одну. И здесь мы видим еще один магнитик. Ну, под каждый, очевидно, он такой есть. Здесь должен быть внутри ответный, чтобы они передвигались. Но на этом, может, и нет. Хотя держится плотным. Наверное, все-таки есть. Но вот в этих точно присутствует. Ну и вот так вот можно перемещать, как в магнитных пятнашках. Все это работает. Я специально достал такие вот пятнашки маленькие. Они максимально похожи на кубик 3x3. Да? Тут девятка есть, тут нет. Ее надо извлекать. Здесь мы также извлекаем вот эту детальку. Если у вас ногти есть, то вам попроще. Также здесь есть магнитик. И вот они перемещаются. Но здесь простора много, и можно хорошо это все собирать. На 2x2 простора гораздо меньше. Ну и можно здесь перемещать детальки на другие грани. Можем взять сюда четверочку поставить. И стало веселей. Поставить ее обратно. И просто собрать по цветам. Ну, задача хоть и не быстрая, но нормальная. С ней можно справиться. А вот еще и развернуть вот эти детальки. Я пока пришел к тому, что вот у меня 1/3 не развернута. Единичку можно как угодно поставить. Еще порядок я тут почему-то нарушил, уже не помню почему. Правильный порядок 1, 2, 3, 4. Если сюда 1, 2, ну вот 3, 4 надо местами менять. Ну а как, я пока не придумал. Наверное, придумается. Вот 1, 2 есть. 4, 3 надо поменять и 3 развернуть. Давайте перемешаем. Весь собирать не буду, потому что это не так просто и не так быстро. Будет, наверное, утомительно смотреть. Но какие-то элементы покажу. Просто перемещаем вот это пустое место. И в него переставляем какие-то детальки. Вращается неплохо. Не смазывал, ничего не делал. Пока заводского всего хватает. Но смазка здесь пахнет, если честно, не особо. Возможно, когда-нибудь придется.
Вот такой вот перемешанный уже получается. Можно прям совсем убрать все со своих мест. Здесь вот четверку. Тут вообще перемещающие детальки бы, ну, не соответствовали по цвету уголкам. Так. Как-нибудь так. Ну, уже почти. Вот. Ну, вроде как-то сделал. Покажу, как я начинал собирать. Возможно, есть и способ другой. Даже наверняка он есть. Сначала, ну, собрать все уголки, а потом их уже расставлять как 2 на 2. Но в этом случае вопрос, как ориентировать. Не всегда понятно, надо что-то запоминать, думать как-то. А думать мы, естественно, не любим. Понятно, что не стоит начинать с белой грани, так как единичку мы извлекли, и нам нужен, ну, пустой слот, чтобы что-то двигать. Поэтому я начну с желтой. Вообще, давайте сначала как 2 на 2 соберем. Желтого, ну, как 2 на 2 можно с любого цвета собирать, неважно. Так, я желтый. Так. Ну вот, контур собран. Ну и теперь будем что-то составлять. Ну, для примера я возьму, наверное, ориентацию цифрок с 3 на 3, потому что я его еще не перемешивал. А значит, должно как-то совпадать. Вот у нас желтый, белый напротив, а боковые все в одной ориентации. И вот белый, красный, желтый. Вот так вот по вертикали идут. А белый и оранжевый упираются друг в друга верхами. Да? Ну, то есть вот желтый, красный, белый собираем вертикально. Все остальное по бокам. Ну, порядок такой. А значит, желтый, красный. Вот сюда нужно вверх ставить циферки. 1, 2, 3, 4. Поищем единичку. Видим единичку. Но она какая-то развернутая. Повернем сначала так. Потом так. Вот. Но, а вращать-то как? Не перемещается. Значит, нужно сюда как-то пригнать пустое место. Таким образом. Теперь можно переместить единичку. Поставили. Поищем двойку. Сюда нужна двойка. Двойка, вот она. Ну, можно двойку как-нибудь вот так забрать. Опять места пустого не хватает. Надо забрать еще и пустое место. А здесь у нас, ну вот, будем мы по кругу так гонять. Не очень. Надо как иначе. Пустое место не сюда поставить. Или переместить как-нибудь. Если я сделаю вот так. Сделаю вот так. Вот так. Что я сделал? Ничего хорошего. Заберу двойку опять. Сделаю пустое место здесь. Надо забрать двойку. Двойка не тут стоит. Если я поверну, она, конечно, заберется. Отменим все. Но будет кверх ногами. И вот начинается здесь уже логическая история. Как быть, как вертеть. Потому что просто собрать их на одной грани несложно. Надо еще правильно ориентировать. Убираем эту двойку. Надо ее развернуть. Развернем вот так. Но забирать ее будем вот этим местом каким-нибудь. Единичку пока сдвинем. Вот так. Мы вернулись к тому, что было. Пустое место надо где-нибудь раздобыть. Вот так вот. И вот. Не в том порядке получилось. Ну что ж теперь. Надо тройку куда-нибудь деть. Так. Можно тройку просто сюда сбросить. Вот так вот сбросить. Ну, туда 1, 2. Готово. Ну, способов много. Тут интуитивно можно придумывать. Наверняка есть и поэффективнее. Но еще не забудьте это. Вернуть все. Теперь тройку. Тройку сюда. Тройка есть здесь. Но тройку надо повернуть. Повернуть как-то вот так. Да? Ну, тогда мы сломали единичку. А еще я заметил, что здесь четверка есть. И она очень удобно стоит, ее можно вот сюда поставить.
Но чтобы ее сюда поставить, здесь нужно пустое место. Пустое место. Вот так вот заберем. И четверку поставим. Вот есть. Но опять нужно пустое место. Освободим. И сюда троечку. Так вот, раз, два, три. Ну, криво опять стоит. Значит, отменим. Надо вот этот элемент здесь развернуть, да так, чтобы он остался на этом месте. А вот эта задача уже не такая уж и простая. Надо, чтобы он стоял вот так вот, элемент. Да? Значит, нужно пустое место. Чтобы вот эту грань пока исключить из уравнения, я пустое место где-нибудь вот здесь делаю. Потом как-то так. И теперь мне нужно тройку куда-нибудь переставить. Если я так переставлю, то в этом положении вот так приедет тройка. Так мне не надо. А если отсюда приедет кверх ногами? Вот в таком положении надо, да? Тогда, если вот так вот приедет, будет хорошо. Но надо, чтобы здесь было пустое место. А где единичка? Единичка пока здесь, она вернется. И вернется когда? Ну, чтобы я ее не сломал. Кстати, можно временно разрушить 2 на 2. По-моему, так даже делал. Пока у нас вот так. Можно вообще это куда-нибудь вот сюда откинуть. Переставить сюда. Нет, так плохо. Вернем. Надо как-то вот так. Здесь делать пустое место. А троечка, чтобы была здесь. Поэтому для пустого места надо как-то, ну, другую грань задействовать. А еще можно вот эти вот так вот сдвинуть немножко. И сделать вот так. Да, так у нас... Я повернуть-то забыл. Да, надо повернуть. А если мы повернем, то вот и приплыли. Теперь я поворачиваю вот так. Вот так, вот так, вот так. Плохо. Вернем все на место. И придумаем что-нибудь получше. Вместо того, чтобы поворачивать вот так, я сделаю для вот двух вот этих уголков Т-перм и поменяю их местами. Оп. И теперь получилось засунуть его сюда. Ну и отменю на всякий случай. Хоть это и не обязательно. Правильно стоит. Ну это вот таким вот образом. Медленно, но верно, я и собирал. Ну, по-моему, быстрее получалось первый раз. Желтую грань. Видимо, ситуации получались попроще. После желтой, ну, есть смысл собрать красную. Да, потом боковые и так далее. Чем меньше места остается, тем сложнее. В итоге оказалась довольно-таки интересная головоломка. Не такая уж и простая, особенно в конце. Ну, я просто пока не придумал решение, очень мало ее собирал. Пишите в комментариях, как собираете вы. Я еще, конечно, покручу. Разберусь 2 на 2, потом возьму и 3 на 3. Он еще крупнее. Вот такая вот интересная головоломка. Юксин, куб пятнашки, 2 на 2. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.